утепляйтесь. С наступлением холодов екатеринбуржцы стали чаще простужаться. Только за эту неделю с температурой и кашлем к врачам обратилось 8500 человек. Две трети заболевших – дети. Респираторные инфекции распространяются очень быстро, сетуют эпидемиологи. Ведь большинство горожан не идут к медикам, а переносят болезнь на ногах. Чтобы избежать эпидемии ОРВИ и гриппа, в городе продолжается прививочная кампания. Врачи планируют вколоть вакцину 40% населения. Это чуть больше 500 000 екатеринбуржцев. План по прививкам до сих пор не выполнен. Все из-за того, что препараты поступили слишком поздно. К тому же многие родители отказываются вакцинировать своих детей. Пожалуй, впервые среди школьников и воспитанников детсадов такое количество непривитых. Медики напоминают, что если случится эпидемия, этих ребят не пустят в классы и группы. Появление гриппа в Екатеринбурге специалисты ожидают уже в ноябре. Последующее мы ожидаем во второй половине декабря, в январе месяце эпидемический подъем заболеваемости. И я считаю, что уже вот в ноябре мы будем регистрировать первые случаи гриппа. Каких-то вот таких видоизмененных вирусов гриппа мы не ожидаем по данным, по тому прогнозу, который дает Всемирная организация здравоохранения.